Всем привет! Я хотел бы вам показать свое приобретение. Купил такой вот фотопринтер, селфи-принтер его еще называют, компакт. Canon CP1200 селфи. Вот, и к нему еще купил вот такой блок дополнительно. Там в этом блоке находятся три картриджа с пленкой и со всеми делами. И, значит, картридж. Там на 108 снимков можно сделать, 108 снимков из этой коробочки. Она стоит в пределах 3000, там 2900 с чем-то. Вот. Туда еще входит чего? Сейчас, секунду, выключим. Я его чуть подороже взял, просто здесь еще онлайн-курс входит в него, Canon какой-то. Из документов здесь вот что шло, то есть гарантийный талон, бумажки всякие, инструкция. Толстая такая инструкция, видите, Canon, здесь все дела, и русский язык, как всегда, предпоследний вместе с украинским. Вот, все написано, все расписано. Вот такая коробочка у него небольшая. Я его достал уже. Сейчас я вам покажу. У него такой блок питания. Вставляется здесь вот такая вот разъемчик. Вот. Вставляется на 24 вольта он. Я его уже поставил. Здесь он у меня стоит, как видите, у меня на столе. Занимает очень мало места. Вот, выглядит он, в принципе, компактненько очень. Вот такая вот идет штучечка к нему. Я ее поставил там рядышком. И вот так он примерно выглядит. Здесь с этой стороны у него входит, значит, входы. Такие вот у него с этой стороны стоят. Один для Canon, подпровод Canon, USB. Здесь ключик для блокировки. Сзади вставляется шнур этот. Сюда вставляется этот картридж. Здесь карточка SD-карт. До щелчка так хлоп-хлоп. Кнопочки такие, экранчик поднимается. С этой стороны у нас вставляется этот картридж. Я покажу там в дальнейшем. Вот, и еще здесь с этой стороны находится вот такое отделение, его, если нажать, оно вынимается, в общем, сейчас. В общем, вот эта крышечка вынимается, и туда можно вставлять аккумулятор, тоже на 24 вольт, но его надо покупать отдельно. А так он очень компактный, красивый, симпатичный принтер. Печатает он с карточки, с флешки, с компьютера, с Windows управлением, с OS и также с телефонов. Можно с iPhone, вот я печатал, можно с Android. Так что все-все-все поддерживаются форматы и так Давайте далее. Посмотрим, как весь процесс происходит и сколько он по времени. И маленькие нюансы я про него расскажу, которые узнал, попользовался им денечек. Вот, берете картридж от него, вскрываете, берете карточки сами, пленку, вскрываете, вставляете пленочку вот сюда, да, в бокс в этот. Здесь есть еще, видите, такая вот штучка, чтобы приподнимать ее удобно было, пленку. Глянцевой стороной наверх положили, захлопнули. Все, вид, он так боксик у меня лежит, так сбоку хранится. В принципе, видите, как он мне компактно сюда вошел. Вот. С этой стороны вставляете тот картридж. Он здесь просто другого цвета шел. Этот такой продавался у меня. Он рассчитан на 36. Здесь вот пишется размер его и пишется сколько. Где это? Сейчас. 36 принтерс. Вот видите, здесь написано. То есть на 36 пленочек рассчитан этот. А этот, который шел в комплекте, видите, он рассчитан на 54. Сейчас настроится свет. Вот видите, 54 там, на 54.
Вот, то есть обратите внимание на это здесь. И здесь вы видите, который шел в комплекте, он с таким вот, с таким пасом, что, ну, чтобы его здесь не ошибиться вставлять. Я вот это не понял, почему так сделано. То есть, и есть стрелочка нарисована, стрелка, то есть стрелка в ту сторону, так что не ошибетесь, вставляете до щелчка, хлоп, все, дверцу закрыли, принтер поставили, открыли окошечко, открыли эту, здесь, значит, пленка вставлена, карточки вставлены, открываете вот эту open на себя, и этой же стороной, здесь видите, такие пасы сделаны, вставляете до щелчка. Все защелкнулся, зафиксировался, все хорошо. Мы сейчас попробуем с вами, включаем, нажимаем, держим. Я записал себе на флешку обыкновенную две фотографии. Специально сейчас с вами посмотрим вместе, сколько оно по времени и как вообще это происходит, процесс. Сейчас он чуть-чуть погудит, жужжит. Поближе с вами сделаю. Сейчас экранчик подзвоню. Вот. Вставляем флешку здесь сбоку. Вставили. Видите, пошло сразу. Он считывает. И показывается изображение. Вот изображение в мониторе. Там, здесь посмотрите, по настройкам там все написано. Здесь вот показывается, как оно будет выглядеть. Если хотите посмотреть, как оно будет выглядеть, нажимаете плюсик, и оно показывается в полный размер. То есть будет вот так. В сторону следующее смотрите. Видите, они у меня по рамкам не влезают. Ну, в принципе, мне пойдет так. Вот. Там можно подогнать, кадрировать, это все в меню есть. Вот, выходите. А вообще изначально вот вы вставили эту флешку. Вот у вас появилась такая картиночка, и вы берете здесь вот копия написано, видите, копия, то есть стрелочку вверх, раз, здесь появилась единичка, видите? То есть одну картинку, вот такую карточку распечатает, потом в сторону смотрим следующую, и одну вот такую мы сделаем, раз, единичка. То есть если две, надо, выбираете две, три, четыре и так далее, да, сколько вам нужно копий. Мы выбираем одну, то есть у нас одну такую распечатает, и одну вот такую, все, и нажимаем print. Здесь не нужен с флешки, с карточки не нужен ни Wi-Fi, ничего. То есть можно прям сразу включить ее. Карточку, если вставляем сюда, щелк, она захлопывается, сразу появляется фотография. Если флешку сюда, вот, и еще маленький нюанс. Сбоку здесь там есть еще вход. Вот, он вот такой вот, видите, под Canon, кто знает. Потому что вот если вы microUSB вам показать, то он, видите, вот такой вот. То есть два разных. Вот сейчас посмотрите, какая будет цветопередача. Сейчас сделаю чуть-чуть поближе, подальше, вернее, чуть-чуть от этого. Да. Вот, и еще маленький нюанс. Когда будете вставлять картридж сбоку, обязательно сдуйте всю пыль. Потому что пыль может попасть под пленочку, под эту, у меня так получалось. И первая фотография вылезала, и волосики попадали всякие, там, очень неприятная штука. Вот здесь тоже вот сейчас попал один маленький, потому что мне надо было сдуть, а видите, вот первая фотография, он ее в пленку подкатал. Ну, это ерунда. И еще. Видите, цвета вообще, конечно, шикарные получаются. То есть он передает обалденно цвета, все. Фотография сразу уже, все, она сухая, полностью она под пленкой. Вот. И будете ломать, когда ее ломаете, всегда с глянцевой стороной, вот так ставьте, глянцевой стороны на себя. И в другую сторону. Она уже открывается и ломается. То есть так лучше всего. Я пробовал чуть-чуть по-другому, и так, и отрывал. И иногда у меня, когда по-другому делаешь, получается здесь вот так она, знаете, зазубрина такая получается. В общем, некрасиво. Лучше всего делайте так, чтобы хорошо получалось. Видите, какая карточка получается отличная. Просто качество, конечно, обалденное. Так что берите и не пожалеете. Вот он наш драгоценный российский герб. Видите, какие цвета. Ну просто шикарно, конечно, вообще. Я не знаю, вот у меня вот, я сейчас отведу вам, у меня стоит такая картинка на компьютере. Вот. Видите, да, то есть шикарно, шикарно, ребята. Вот, ну, давайте еще сейчас одну карточку быстренько с вами сделаем, распечатаем, то есть с телефона.
меня iPhone. С айфона берем, значит, мы что, выбираем, вот тоже, давайте, флажок это, что ли, или вот такой можно, здесь с небом. Вынимаем карточку, в принципе, можно ее даже не вынимать, я пробовал так и так. Вот. Здесь что делаем на айфоне? На айфоне мы просто элементарно, как обычно, распечатываем с простых принтеров, нажимаем передать, выбираем здесь печать. Он его уже нашел, но у вас он может со временем чуть-чуть найти его, да, если вы сразу не находили. Нашел принтер, все. Видите, здесь название загорелось принтера. Нажимаете на печать, и все. Вот, правда, единственное, что, видите, вот как бы он загорелся сейчас, он, видите, там загорелся, занят. Типа происходит процесс. И видите, по времени чуть-чуть просто подольше, но а так, в принципе. Сам процесс печатания где-то 46 секунд, там написано по паспорту вроде. Где-то так, да. Ну, вот иногда, иногда, видите, сначала желтый печатает, RGB цвета, желтый, красный и голубой, синенький. Вот так лучше всего, конечно, карточки ломать. Я уже много перепечатал здесь, уже баловаться начал с ним. Очень много фотографий сразу. И поверьте мне, вот это вот на телефоне смотреть совершенно не то, конечно. А теперь это приятно, можно даже и в рамочку сделать. Я, наверное, сделаю, повешу много таких всяких фотографий. У меня дочка там есть, очень хорошие фоточки. Вот. Можно вот так ее раз приподнимать, видите? Я считаю, что просто шикарно получается, реально. Видите? Ну, чуть-чуть, мне кажется. А, ну это просто я нагибаю. А так цвета одинаковые вообще, один в один просто. Так что, ребята, все бегом за принтерами. Ну, реально хорошая штука. Берите, не пожалеете. Это CP1200 от Canon. Selfie принтер компакт. Всего хорошего!